Всем привет, с вами Музей Роботов Трансформеров, и сегодня у нас на обзор модель трансформера Ravage из серии трансформеров студии Sega по фильму Bumblebee, сольному фильму 2018 года. Модель выполнена в Core класс, основной класс. Это у нас Decepticon, шикарный Jaguar, или Пантера, или любой какой угодно кошачий, поскольку все-таки это представитель инопланетной расы. 11 последовательных шагов, уверяют, что есть. Да, коробочка немножко помучила ее жизнь, но, надеюсь, сам трансформер в ходе передвижений этой упаковки не пострадал. Мы сейчас с удовольствием с ним познакомимся. Что тут? Тяжко-то все запихано. Да, коробка. Памятка, что у Ravage есть нельзя, он пластиковый. Инструкция, да, вот у нас тут 4 аксессуара, один из которых идет в комплект к Soundwave, и мы сегодня это проследим. Дальше Ravage трансформируется в такой аналог модуля кассеты, и этот модуль кассета может встраиваться в внутреннее пространство Soundwave. Ну, я уверен, мы сейчас все это с вами посмотрим. И теперь надо нам достать нашего кошачьего. Так, сразу мусор уберем. Ты как так зацепился-то? Вот, все. Так, хвостик есть, лапки. Вот лапки-то что-то я... Забываю, как они должны быть. По-моему, вот так. У кошечек должны быть, по-моему, лапки как-то вот так. Тихо. Передние можно, в принципе, прямо сделать. Да, вот такой вот шикарный. Шикарный. Так, аксессуары. Теперь нам нужно аккуратно извлечь аксессуары. Из-за того, что они решили... что надо чуть-чуть сэкономить на пластиковом защитном покрытии. То есть вот сюда, чтобы вклеить пластиковую деталь, нужно потратить, не поверите, достаточно много денег. И компания решила в ряде серий трансформеров немножко сэкономить. Но... Я так понял, что очень большой пошел негативный результат, потому что не все добросовестные покупатели, кто-то умудряется воровать трансформеров. Плюс сюда может попасть грязь, плюс сюда может попасть что угодно и повредить трансформер. Поэтому Hasbro в одном из... уведомлений информационных заявило, что исправится и больше не будет выпускать без защитных. Вот эта штучка идет к Soundwave. Здесь у нас ракетная установка шикарная, очень похожая ракетная установка применялась во втором фильме Трансформера у Ravage. Он там, конечно, был чуть более жесткий, но тоже интересный. Вот эти штучки всегда у Ravage стояли. По-моему, так, а здесь я никуда ему. Да, все правильно, на ножке. На ножке. Давайте мы их и присоединим. Попытаемся сделать максимально каноничного. Уже на сегодняшний момент можно говорить, что есть каноничные образы персонажей. Сюда можно поставить ему вот эту штучку. Но что-то вот они... мелкая, что неудобно. Давай. О, тут главное не переборщить и ничего не сломать, потому что в этом плане у любой пластиковой детали есть неожиданный ресурс, когда можно что-то сломать. О, у него даже рот закрывается. Класс. Вот мы его полностью прокачали оружием всяким разным. Так, ну что, голова у него поднимается, опускается, рот открывается, закрывается. Ням-ням-ням.
Так, ноги, ноги, ноги. Так, ну давайте вот эту штучку пока уберем. Вот с ногами-то, конечно, они вращаются, но тут есть какие-то выступы, которые, видимо, используются для фиксации в режиме... Ой, я лапку подвернул. Так, нога, рука, да, ну вот все двигается, в принципе. Все куда-то двигается, хвост вниз, вверх, вниз, вверх. Вправо-влево не может. И, в принципе, все. Ну, давайте сделаем из него теперь кубик, ну, или прямоугольничек такой. Так, это мы пока все снимаем. И смотрим, с чего они предлагают. Да, оружие сняли, это сняли, это сняли. Голову. Голову прячем в себя. Режим черепашка. Оп, все. Зафиксировали. Дальше они предлагают нам спаковать вот эту часть. А как она? Я же ведь вижу, что она вот сюда должна складываться. А я не вижу как. Не вижу. Проблема новых трансформеров в том, что... Что такое? Да нет, говорит, что можно. Но вызывает у меня какой-то... А что такое? Что такое? Разве так можно было? Или тут что-то есть? Ноги еще мешаются. Так. Так, ну вот ноги мы вот сюда выдвигаем. Так, руки давай пока вперед. Ну, условно руки, лапы. Лапы пока вперед, чтобы не мешало, чтобы понимать, что происходит. Да, полностью сюда завели. О, вот это сейчас часть. Он сдвинулась. Значит, сначала надо сдвинуть ноги, а потом уже вот эту часть. Они не вместе это делают. Неожиданно. Так, предлагают вот этот элемент в этот момент сюда присоединить. Давайте это сделаем. Почему нет? Хорошо. Дальше хвост. Присоединили. Дальше очень сложный процесс. Так, кто из них задние лапы? Вот это задние лапы. Да, вот именно сейчас не совсем понятно, кто из них задние лапы. И я так понимаю, что задняя лапа должна вот сюда зафиксироваться, да. Но какие тоненькие эти... Пины. Прям чувствую, что они тут могут легко и не напряжно застрять. Другой штучкой. Ну, вроде ничего, но надо не забывать, что вот эта часть достаточно плотно сидит. Далее. Далее нам надо вот эту часть здесь присоединить. А лапы сюда кверху. А лапы, а лапы. Нет, лапы внутрь. Лапы идут внутрь. Ну вот, и здесь вот получается нам надо... присоединить вот эти элементы.
режим Кубик Ревидж. Кубик Ревидж. Но вроде визуально максимально похож. Да. В этот момент сюда можно присоединить вот эту часть. Но, насколько я знаю, он будет немножко большой. И теперь наш Soundwave SS-83. Чук-чук-чук. Интересно, как он сюда будет влазить. Нифига он сюда не влазит. Или вот так надо его. Да не, должен. Должен влезть. Не может быть, чтобы они его сделали не вмещающимся. Он должен вместиться. Да как так-то? Эх. Или его с другой стороны вставить. Ну-ка. Очень впритык. Очень впритык. Прямо. Ну, в принципе, да. А вот эту часть мы красиво оформим с помощью вот этого элемента. И тогда у нас эта винтовка начинает быть похожа на любимую Soundwave винтовку. Вот такой вот. Да. А это, например, можно сзади сделать в качестве бластер антенны. Ну-ка. И за хвост потащи, потащи. Нет, так не вытащить. Так не вытащить. Нужно открывать заднюю часть и с помощью уверенных действий доставать. Но, пожалуй, это самый здоровый Ревидж кассета. Тут уж прям очень здоровый. Ладно, Soundwave. Спасибо за демонстрацию. Достали эту штучку. И теперь снова трансформируем в режим кошачьих. Робота кошачьих. Вот так вот аккуратно. Вот здесь вот, вот эта штучка реально опасная. Цепляется. Вот этот элемент надо как-то чуть-чуть расширить. В противном случае когда-нибудь это негативно скажется на трансформации. Выводим сюда. А, вот оно как цепляется. Прикольно. Угу. Вроде похоже на то, как у кошек представлены задние лапы. Так, передние. И морда. Тихо, 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 куда ты побежал? Да? Хотя, честно, я бы не сказал, что он самый красивый Ревидж, с которыми я сталкивался, но в принципе он неплох. Быть. Эту тоже штучку сюда пристроим. Вот, все готово.
Надеюсь, было интересно познакомиться с этой моделью, которая будет представлена в нашем выставочном зале. Обязательно поставьте лайк видео, для нас это мега важно. И подпишитесь на канал Музея роботов-трансформеров. Это еще круче, потому что каждый новый подписавшийся дает нам чувство удовлетворения от того, что мы делаем. И обязательно приезжайте в Музей трансформеров. Всем до скорых встреч!